Здравствуйте, Олег. Это видео про ваши переходнички. Первый переходник без линзы для Токумара 51-4-16. Проверяем в моей камере. Очень аккуратно совмещаем четвертый слева контакт с белой точкой на камере до защелкивания. Фокусное расстояние запрограммировано 50 миллиметров и диафрагмы от 1,4 до 16. Ловушка фокуса включена. Ловушка фокуса работает в режиме IFS. Это значит, что пока нет попадания в фокус, затвор не сработает. То есть вы можете работать как с автофокусным объективом, нажимать на пол кнопочки, крутить аккуратненько фокус. При попадании в фокус вы услышите звук, увидите загорание точки фокусировки, по которой вы фокусируетесь, и затвор сработает. Если ловушка фокуса не нужна, ее можно отключить, переведя камеру в режим работы AFC или M, или через режим программирования дуванчика. И переходничок с линзой. Расстояние 135 миллиметров, диафрагма от 3,5 до 22. Ловушка фокуса также активирована. Очень аккуратно вставляете и вынимаете переходнички с одуванчиком в камеру из камеры. Сейчас я еще дополнительно продемонстрирую на второй камере. То был D3, а это D70. То есть тоже, чтобы убедиться, что есть контакт. Контакт есть. Все пины диванчика целые. Очень аккуратно обращайтесь. И проверим в этой камере второй переходничок. Тоже все диафрагмы меняются. Камера видит переходник с диванчиком. Итак, сейчас я упакую и завтра утром отнесу на Укрпочту. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.